Всем привет на канале Sound Illumination. Сегодня на обзоре демисезонная курточка от фирмы Demix, которую я недавно приобрел, носил уже на протяжении месяца. В принципе, есть что сказать. Давайте вкратце для начала по пошиву. Курточка, как видно, с капюшоном. Капюшон не отстегивается. На краю капюшона есть резиночка, то есть сам по себе капюшон свободный, но вы можете натянуть его, как вам надо, там по голове. Вот, то есть, чтобы нормально облегал вашу голову и заменял вам шапку. Вот, сама резинка, я, честно говоря, не разобрался, как она вот работает, вот эта вот натяжечка. Но более всего, что просто оттягивайте на себя, завязывайте на узелок, на который вам длине там надо, этой резинки, это вам есть та натяжка, которую вы выставили. Вот. Ну, то есть, довольно-таки неплохое решение, хотя хотелось бы, чтобы фиксатор резинки был чуть другой, более удобный, скажем так. Вот. Капюшон, в принципе, выполняет и функции воротника, то есть, вы можете подстегивать, ну, застегивать как под самое горло, так и не застегивая полностью куртку. В принципе, будет свободно висеть. Вот. Рукава в конце, на каждом рукаве есть резинки на манжетах, которые облегают вашу руку. Резинки, в принципе, средней тугости. Вот. Потому не пережимают, но и не свободно на руке сидят. Потому, в принципе, отлично предохраняют от температуры, от внешней влаги, внешнего ветра, там все остальное. В принципе, внизу куртки тоже резиночка вставлена, тоже средней натяжки. Вот, нормально облегает, в принципе. Конечно, хотелось бы вот внизу, чтобы еще поставили дополнительно резинку, чтобы можно было бы регулировать степень натяжения, вот именно облегания низа куртки по вашему телу. Вот, ну, в принципе, можно поставить самому. Неплохо было бы, конечно, чтобы производитель поставил, хотелось бы так. Вот, что касается количества карманов, карманы есть два, они на молниях. Вот, с внешней стороны тот утеплитель, который идет по всей куртке, он идет и сверху кармана, с внешней стороны кармана, с внутренней стороны кармана. Просто обычная тонкая материя. Вот. Что это дает? Что вы в карман... Карман служит не только для того, чтобы положить какие-то необходимые вам вещи, там ключи, мобильный, т.д. и т.п. Но и отогреть вам руки. В принципе, с этими функциями карманы справляются отлично. Вот. Также в середине вот эта вот конструкция кармана еще так сделана, что есть вот дополнительный такой вот кармашек, скажем так, вот, куда вы тоже можете что-то там положить. Если вам не хватило места в внешних карманах, можете спокойно положить внутрь, то есть он со всех сторон обшит, вот, и в принципе ничего отсюда не потеряется у вас. То есть, в принципе, в куртке есть два внешних и два внутренних кармана. Внешние карманы на молниях. Куртка застегивается на центральную молнию. Вот. Молния застегивает куртку по всей ее длине, то есть под самое горло. Вот. С внутренней стороны молнии есть ветрозащитная планка, влагозащитная, ветрозащитная планка, которая вот сверху сделана таким вот кармашком. То есть, когда вы застегиваете под самое горло, собачка попадает в этот кармашек, и в принципе вам не мешает подбородку, не раздражает кожу. Вот. Что есть очень хорошо. Технология утеплителя. Какой здесь утеплитель? Утеплитель, во-первых, по всей курточке полностью, рукава, корпус, капюшон. Везде есть утеплитель. Утеплитель по ихней технологии инновационный, как здесь написано, мультифункциональный утеплитель Movie Warm. Он повторяет свойства пуха,
Вот, то есть по своим теплоизоляционным качествам повторяет свойства пуха. В то же самое время, так как он синтетический, из микрофибры, он не задерживает влагу, не задерживает воду, вот, и быстро сохнет. Так как пух, он хоть и легкий, хоть и хорошо термоизолирует вас, хороший теплоизолятор, но если он намокнет, то куртка становится и холодной, и тяжелой, и свойства пуха, все его прекрасные стороны теряются. Здесь же этот вопрос вот решен вот таким вот инновационным утеплителем, который и легкий, и хорошо вас предохраняет от внешней температуры. В то же самое время, если он там намокнет, то в принципе быстро высохнет, никаких проблем в этом плане не будет. Самое главное преимущество, какое я хотел бы сказать, это цена куртки. То есть куртка на самом-то деле недорогая, и в принципе, учитывая там остальные, допустим, фирмы, вот такие вот куртки, в принципе, стоят там от 2000 и дальше. Эта же куртка стоит 1300, потому именно на нее обратил внимание. И, в принципе, она ничем не уступает своим там аналогам других фирм. В принципе, все тоже здесь есть. В процессе вот носки ее там на протяжении месяца я, в принципе, попадал и под хороший такой дождь, и под снег. Хороший такой снегопад попадал. Вот, в принципе, куртка справлялась, мне не было холодно. И что самое главное, что немаловажно для демисезонной куртки, она не пропускала, в принципе, влагу. То есть я находился под дождем порядка там 2-3 часов. Честно говоря, куртка не промокла. Единственное, сверху чуть на швах начала промокать. Вот. Но опять же таки, я зашел в помещение, побыл там буквально там полчаса, и куртка полностью высохла. Честно говоря, сам удивился, но это действительно так. Это не какая-то реклама, это вот то, что вот я вот тестировал, и то, что уже на мне испробовано было. То есть делюсь своими просто впечатлениями об этом всем деле. Потому курточка отлично предохраняет и от влаги, и от холода. Вот, она на самом-то деле очень удобная, то есть здесь у нее такой свободный спортивный пошив, то есть не сковывает ваши движения, удобно, легкая. Заявлено производителем температурные пределы, то есть курточки от плюс 10 до минус 5. И я попадал на улицу в этой куртке, как и при нижней температуре, так и при верхней. То есть и при плюс 10 в куртке был, и при минус 10, при минус 5 в куртке был. И скажу вам, не замерз, не вспотел. Вот, то есть действительно, то, что заявлено производителем, действительно так. Куртка отлично греет, в ней очень комфортно, потому для осени, для весны идеальный вариант. Я даже так скажу, что в принципе, если там минус 5, вот, или там минус 10, и вам надо там недалеко куда-то выбежать, на улице не находиться, целый день можете смело одевать куртку, никаких проблем не будет, вы не замерзнете. Вот, не упаритесь, если будет плюсовая там температура, там плюс 10, не упаритесь 100%. То есть даже если вам там чуть-чуть жарко станет, можете там ее расстегнуть там до половины, и все будет отлично. Ну, в принципе, по куртке все. Если забыл какие-то моменты рассказать, пишите в комментариях, постараюсь на все ответить. Вот, еще раз, это курточка от фирмы Demix. Отличное решение на весну, на осень. В принципе, я уже месяц не хожу, никаких вопросов не возникло. Очень доволен этой курткой, тем более за такую цену. Это просто супер вариант. Чем меня эта фирма, в принципе, привлекает, что делают недорого и очень качественно вещи. Действительно, качественные вещи делают. Цены действительно не завышены, неоправданно, потому советую обратить внимание
на эту фирму, на эту курточку. Думаю, вы не разочаруетесь. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Здесь еще будет много интересных видеообзоров на хорошие вещи, которые мне понравились. Вот, в принципе, как уже говорил, на все вещи, которые я покупаю себе и которыми доволен, я стараюсь делиться своими впечатлениями в таких вот видеообзорах, потому, думаю, найдете много полезной информации для себя на этом канале. Еще раз всем спасибо за просмотр, до новых встреч в эфире. С вами был Игорь на канале Sound Illumination.